Музей театра оперы и балета пополняется новыми экспонатами. Менее 3 месяцев назад в Одесском национальном академическом театре оперы и балета был открыт собственный музей. Среди экспонатов представлены афиши, вещи и документы. Небольшая по размерам, но заполненная уникальными предметами экспозиция вошла в список достопримечательностей, с которыми желают познакомиться иностранные туристы. Порядка 1500 экспонатов, выставленных на обозрение посетителей, собранные совместными усилиями сотрудников театра, Одесского краеведческого музея, Литературного музея и Государственного архива. Многие вещи из личных коллекций одесситов. Это и пуанты примы балерины Барановской, которые она лично передала музею, и дирижерская палочка Давида Сипетинера, посвятившего более 50 лет руководству оркестром театра, и коллекция оригинальных автографов знаменитых театральных деятелей. За дирижерским пультом Одеського оперного стояли Петр Ілліч Чайковський, Римський-Корсаков, Глазунов, Скрябін, Рахманінов, Прокоф'єв, Шостакович. Одесити любили італійську оперу, і це було навіть оперні новинки, вони першими знайомилися з ними, тут гастролювала італійська опера. И имена Тетрацини, Джеральдони, Тіта Руффа, Батістіні были знакомы одесситам. Енріко, світові имена, світові зірки. Соломія Крушельницька выступала вперше в Одесі как прима итальянской, до речі, оперной трупы. Одесский театр оперы и балета продолжал работать и военное время. Так, в экспозиции есть билет без оторванной линии контроля, датированный 22 июня 1941 года. Это был один из немногих отмененных в то время спектаклей. Гордость музея, найденная при последней реставрации театра, закладная капсула, в которой первые строители оставили буханку хлеба, бутылку вина и отчетную документацию о первых этапах строительства. В целом, задача выставки музея не столько показать гостям города историю музея, сколько сохранить творческий потенциал и наследие для молодого поколения театралов. Мы намагалися створенням цієї експозиції посилити ідею, творчу ідею існування нашого театру. Вся історія створення театру, його розвиток, занепад, потім знову ренесанс. Ці речі є складовими успіху театру, і вони повинні мати відображення у матеріальних експонатах. По словам організаторів, вітрини музею планується регулярно поповнять новими експонатами. Також неравнодушні одесити можуть допомогти в цьому, поповняя виставку із собственних колекцій.